Вот мы и приехали в Тенерифский рай. Всем привет! Я не здоровалась сегодня с вами. Идем на пляж купаться, отдыхать, так сказать, наслаждаться пляжем, теплом и солнцем. Мы теперь жители городские, пляжа не видим. А раньше мы жили вот в этом вот доме с шикарным видом на океан. Все, теперь живем в городе Ла-Лагуна и раз в месяц приезжаем на пляж. Не скажу, что я сильно скучаю по пляжу, но иногда вот хочется приехать. Тем более еще сейчас время позволяет, сентябрь месяц. А вообще на Тенерифе местные жители до октября купаются. Есть такие, что и в январе купаются, там в декабре. Но я вот в прошлом году в октябре купалась последний раз. И мне больше не хотелось зимой купаться. Ну, во-первых, я уехала. Но скажем так, что зимой, конечно, вода намного холоднее, чем летом. Похоже, что идет прилив, и океан очень такой сильный. Так что не знаю, я буду купаться в бассейне. Мой муж обычно купается в океане. Но сегодня он точно купаться не будет, потому что волны очень сильные. Смотрите, какой шикарный сегодня океан. Бушующий. Но мы сели в наш любимый ресторан «Колумбус». Ждем еду. Вот такое красивое меню сейчас тут нарисовали, разноцветное. Здесь можно поесть кальмары, рыбу, сыр, такой вкусный, жарят на сковородке. Мы будем есть, как это называется, осьминог и кальмары. Также есть всякие тут рыба различного вида и что еще? Сардины, лапас. Это как моллюски, я показывала, но мы не будем их есть. Приехал наш осьминог. Смотрите, какой аппетитный. Так что всем желаю приятного аппетита. Будем пировать. Второе блюдо у нас будут кальмары. Такие вот жареные с картошкой фри. Вот такая вкусняшка. И белое вино я себе заказала. Так что всем желаю приятного аппетита. Приехал наш счет. Кальмары вот эти 13,50, осьминог 12,50, два небольших пива евро 30, два больших пива 2,50 и вино 2,50. 36 евро в итоге у нас получилось. Так как сегодня очень жарко, 30 градусов жары, мы сначала выпили пиво, и я потом немножко еще вина выпила. Вот такой счет получился у нас. Плая, Колумбус Плая, как это называется ресторан. Колумбус Плая, всем советую. Сегодня океан разбушевался. Это, конечно, очень редко для этого времени года. Обычно зимой сильные волны. Мы думали искупаться в бассейне хотя бы. А бассейн закрыт, потому что видите, что там творится в бассейне. Ух, какие волны. Обалдеть. Не знаю, люди стараются покупаться вот так, в волнах этих. Может, и мы так покупаем сейчас. Сейчас спрошу мужа. Потому что есть соседний поселок Бахамар. Вот там, вдалеке. Там есть тоже бассейны, но, возможно, будет тоже закрыт бассейн. Может, мы здесь что-то скупаемся. Я даже не знаю, что делать. Это что творится? Это... В каком-то веке мы приехали покупаться, и такая творится буря, буря в бассейне и в океане, смотрите. Так, подошли поближе, смотри, что здесь творится. Да, конечно, купаться невозможно, волны очень сильные. Вода выливается за пределы бассейна. Смотрите, что творится. Льется, льется вода. А, решили здесь не купаться. Поедем в синий поселок, посмотрим. Закрыли там бассейн или нет. Ну хоть поели. Ну хоть
так поели вкусненько кальмарчиков. У нас в основном такой отдых. Мы приедем только поесть. Купаться лет купаемся. Поесть, да, кальмары. Креветки ели раньше летом. Осьминог я очень люблю. Ну вот в основном вот так. Просто покушать морепродукты. И сегодня очень сильная жара, третий раз жары. Дышать нечем. Пол четвертого. Задыхает. Смотрите, смотрите, что творится. О, вообще, волны, конечно, заливают бассейн. Опасно купаться. Да, что скажешь, природа, она такая непредсказуемая. А, если честно, мне даже было страшно жить здесь, потому что океан все-таки это стихия. И такой страх цунами, будет цунами когда-нибудь. А так мы сейчас живем в лагуне, это 600 метров над уровнем моря, то есть уже повыше в горе. И уже, я думаю, нас не зальет океаном, если что. А так, конечно, океан непредсказуемый. Набежали немножко тучки. Не такой цвет воды уже, но, по крайней мере, более безопасно. Так, пойдем чуть-чуть прогуляемся по моей любимой набережной, где я раньше гуляла в течение года. Так, а вы можете пока насладиться шумом океана. Такой антидепрессант. Хотя я своему мужу сказала, что у людей будет больше депрессии, когда он не увидит океан. Что им захочется тоже здесь побывать. Так, здесь остановимся, потому что сейчас будет сильная волна. И она обычно стучит по стенке. Видите, здесь все мокро. Ну-ка, 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 посмотрим. Так. Опа. О, видели? Щуп. Какие брызги. Здесь, кстати, живут люди. Я думала, этот дом закрыт. Нет, живут люди. И в этом живут люди. Но вообще, прямо жить возле океана я бы не хотела. Потому что очень шумно. Океан постоянно шумит. И спать, конечно, невозможно. Мы жили где-то, наверное, метров, не знаю, 70 от океана. И по ночам был слышен океан. О, тут еще брызги. То, конечно, спать было, ну, не очень. То есть надо было привыкнуть к шуму океана. С одной стороны, да, океан должен успокаивать, но, скорее всего, море успокаивает, а океан более такие мощные, шумные. Поэтому тут такое недоуспокоение. Выглянуло солнышко. Совершенно другой цвет воды. Такой вот бирюзовый, красивый. Так, ну мне бы, конечно, хотелось искупаться сегодня. Сейчас мы поедем еще, поедем, не знаю, мороженое или десерт. И еще искупаемся, я надеюсь. Это, кстати, мое любимое место здесь, в поселке. Ну, еще пузырьки так обойдем. Смотрите, какие волны. Красота. Какой цвет воды. Так. Поснимаю еще отсюда. И вот здесь еще немножко. Какие волны. Вот так вам настоящий океан острова Тенерифе. Я прям не верю своему счастью,
месте я могу увидеть всю эту красоту. Эту мощь, силу, энергию природы. Ух, смотрите. Ой! Такая была этот воздух, откуда он? Отсюда может. Отсюда воздух идет, думаю, отсюда воздух. Уезжаем с Пунты, едем в Бахамар. Посмотрите, какая все потная, жара, капец, 30 градусов, дышать нечем. Уф. Necesito un baño. Хочу срочно искупаться. Мы приехали в Бахамар, в итоге решили пока не ехать в кафе, хотя очень хотелось поесть мороженого и чего-нибудь вкусненького. Решили искупаться уже 4 часа дня, искупаться, а потом, возможно, еще зайдем где-нибудь, что-нибудь перекусим сладенькое. Жара, конечно, невероятная, я уже говорю, вся мокрая. Вот так выглядит соседний поселок Бахамар, тоже довольно-таки такой туристический. Но единственное, что здесь нет выхода к морю. Здесь вот такая небольшая набережная, и Бахамар славится своими бассейнами. И вот сейчас сделали такой пляж небольшой. Раньше здесь были огромные волны, я оставлю скидку, больше говорю, я оставлю ссылку на видео. Раньше были огромные волны Бахамар, сейчас здесь сделали ремонт. Вот этой стены, как-то я не знаю, называется правильно, вот видите, где волны. Раньше были очень огромные волны. Сейчас же тут таких волн уже нету. Волнари, как это называется правильно. Вот эта стена, ее укрепили. И то сейчас уже таких волн нету. И сделали вот такой вот пляж. Вот. Сейчас пойдем купаться. Песочный пляж. Красота. Единственное, что океан очень такой сильный. Посмотрю, смогу ли я купаться. Ну пойдем, охладимся. Немножко есть вот такие волны, видите? Оп. Раньше они были в 3 раза выше. Сейчас уже намного ниже. И там еще 2 бассейна. Я вообще люблю купаться в бассейне. Посмотрим. Так, иду. Спускаюсь в своих шлепочках. Вот там вдалеке даже надпись Бахамар. Поселок называется Бахамар. Так, ну а мы продолжаем спускаться. А, здесь, кстати, есть бесплатные туалеты и душевые. Так что можно покупаться и потом в душе смыть эту соль. Я обычно смываю соль. Так, ну а мы пойдем посмотрим бассейны. Так, я понимаю, что здесь закрыт бассейн, вход в бассейн с этой стороны. А там, по идее, можно купаться, люди заходят. И вот следующий бассейн тоже можно заходить. Так что пойдем сейчас где-нибудь остановимся. Или на пляже, или на бассейне. Надо срочно искупаться. Океан еще по-прежнему идет прилив. Через 15 минут будет уже... Это плеомар, это как-то типа как, не знаю, как по-русски. То есть равновесие.
Вот через 15 минут он перестанет уже приливать и начнет отливать. Начнется отлив. Пишите в комментариях, как это правильно. Прилив, отлив, это серединка, как это правильно называется. Равновесие, плеомар, это как... Надо перевести, короче, я не знаю, как это по-русски. Кто знает, пишите в комментариях. Так, мы подождем минут 15, пока вот это вот все устаканится, потому что эти волны огромные. Я, конечно, может, сейчас залезу, просто освежиться. Плавать, то навряд ли получится. Потому что волны, видите, заливают. А с меня пловец еще тут. Вот, видите, волна идет. Если такого держаться за эти поручни. Вот такое себе купание. Ну что, так мы толком и не покупались. Я немножко вот держала за эти поручни. Окунулась пару раз в воду. Океан по-прежнему бушует. Еще, наверное, часа 2-3 будет такой сильный. Как у меня такой пловец не очень, то я не рискнула, конечно, плавать. И, как видите, людей в бассейне нет. Пару человек буквально. Короче, вода теплая, но насладиться водой не получилось. И, как видите, все люди стоят, ждут, когда это все закончится. Но оно так и не заканчивается. Все волны все идут, идут. Только кто умеет хорошо плавать, тот плавает. А кто, если не умеет, тот и не лезет в воду. Смотрите, здесь интересные торты. Особенно наверху. Чу? Свиси? Это комментировать не буду, наверху которых. Такие прикольные тортики. Смотрите. Прикольно. Даже не думала, что есть такой выбор тортов у нас на Тенерифе. Вот такая. Только пирожных. Огромный выбор пирожных. В итоге на десерт мы заехали в одно кафе возле лагуны. Вот такой пейзаж. Я себе заказала чаечек красный. И вот такой чизкейк. Буду кушать чизкейк. И по ценам очень экономично. Получается 2,25 и чай евро 40. И пивас. Все. Всем приятного аппетита! Вот мы и дома, уже стемнело. Сходили в душ, я помыла голову, волосы. То есть уже все высохло. Я уже выпилять ничего не буду, потому что все равно ложится спать. Сейчас лягу спать, все равно все закучеряется. Поэтому нет смысла что-то тут выпрямлять и делать какие-то укладки на ночь глядя. Так классно мы с ней провели время вместе с моим мужем. В том поселке, где мы раньше жили. К сожалению, не получилось супер искупаться, насладиться водой, чисто, говорю, вот так окунуться и вылазить, потому что, говорю, я боюсь волн, я не умею плавать. Но немножко все равно получилось освежиться. Я, как всегда, немножко подгрела лицо, хоть я мазала кремом, но все равно где-то потом смываешь этот крем и лень его снова мазать. И вот здесь немножко шея подгорела. Это что я была в майке. Да, пока вот мы ходили, там гуляли по поселку, делали дела. Представьте, вот подгорела моя шея. Все, буду прощаться с вами, мои хорошие. Спасибо большое, что досмотрели этот влог до конца. Всем большое спасибо, что подписаны на мой канал. Для тех, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Обязательно ставим лайк, оставляем комментарии. И, как всегда, по традиции, всех обнимаю и целую. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.